одежда ведущих предоставлена салоном Сафинетти. Имидж ведущий создан Persona Mobile. Это программа «Саратов сегодня», в студии Юлия Конькова. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Показали фигу жителям затопленных домов. Коммунальщики конфликтуют с владельцами квартиры за ремонт водопровода. Город сказка, город мечта. В Саратове презентовали концепцию развития городского пространства. Лыжное паломничество. Спортивные чиновники не рассчитали количество соревновательных атрибутов. На Лыжню России приехало рекордное количество человек. Внеплановые каникулы. С 10 по 16 февраля во всех школах Саратова полностью отменяются занятия. Это связано с эпидемией ОРВИ. Такое решение было принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратову. Также занятия отменены в образовательных учреждениях Энгельского, Пугачевского, Ртищевского, Балашовского и других районов. При этом некоторые школы продолжают работать в ограниченном режиме. Закрыты 59 классов и несколько групп в 4 детских садах. Решение о закрытии образовательных учреждений принимает региональное управление Роспотребнадзора на основании данных Министерства здравоохранения и самих школ. По мнению профильных властей, в ближайшее время эпидемия должна пойти на спад в связи с официальным началом каникул у первоклассников. Большой потоп. Коммунальная река разлилась на улицах 4 и 5 Беговая в Октябрьском районе. Причина ЧП – авария на водопроводе. Последствия оказались плачевными. Несколько домов сейчас нуждаются в капитальном ремонте. А сотрудники водоканала, приехавшие на очередной вызов от жителей, отказали им в проведении ремонта. И более того, показали купиш из окна отъезжающей машины. Такая информация сегодня появилась в новостных лентах. Эмоциональные подробности конфликта жильцов и коммунальщиков. Репортажи Ксении Феоктистовой. Напором пробила стену и пошла вода. Отдохнуть в пятницу вечером у Ксении Потарыкиной не получилось. Вернувшись в свой дом на 4-й Беговой улице, женщина с ужасом кинулась спасать свои вещи. Они к тому времени уже плавали в воде. Сейчас Ксения на грани нервного срыва. У меня квартиру заливает. Мне как зимой ее высушивать? У меня 2-летний ребенок. Это воспаление легких, это все что угодно возможно. У меня грибок пошел на стенах от того, что сейчас эта влажность в квартире. Мне кто будет возмещать ущерб? Авария случилась на водопроводе. Вода хлынула из колодца. Считанные часы затопило погреба и несколько частных домов. По словам жильцов, оперативная служба Саратовводоканала больше суток не отвечала на вызов. Они говорят, как наполнится колодец, как пойдет на сверху, звоните, как приедем. После долгих перепалок и возмущений по телефону сотрудники водоканала все же отправили бригаду к месту ЧП. Только на следующий день. Рабочие проверили состояние водопровода и вынесли вердикт. Нужен капитальный ремонт. Но все, что они сделали, это забили дыру в трубе деревянными колышками, прикрыли колодец старым шкафом и уехали, заверяют местные жители. С досадой рассказывают, такое безразличное отношение профильных служб к проблеме продолжается до сих пор. Позвонили, сказали, что спасибо, что бригада приехала, давайте решать выкачки ям, потому что ну, воду сливать нам некуда, и погреба все залиты. Они говорят, пишите письма, будем разбираться. Просто так вам никто и машину для выкачки ям вам не дадут. Пишите заявление. Что люди и сделали. Написали десятки жалоб и обратились в СМИ с просьбой придать огласке коммунальную проблему. Таким образом, вынудили сотрудников водоканала переделать работу. Наша съемочная группа подъехала как раз в тот момент, когда бригада начала исправлять ошибки. Свое грубое поведение с жителями рабочие комментировать отказались. Вы приехали на той неделе и поставили шкаф. На той неделе мы не приезжали. У нас сюда смени первый день. Как-то... А почему нет, тогда рабочие? Сейчас владельцы затопленных домов готовят обращение в прокуратуру и ряд других инстанций. Но на скорое решение своей проблемы пока не надеются. Думают, что их письма и жалобы попросту утонут в большой реке бюрократической волокиты. Ксения Феоктистова, Роман Шильдяев, Саратов, 24. Отрезан от цивилизации Пугачевский поселок. Без холодной воды жители первого и второго магнитных проездов находятся за неделю. Причина их мучений – две аварии, которые коммунальные службы так и не смогли устранить. Пресс-служба водоканала эту информацию не опровергает, напротив, даже поясняет. Воды нет в 13 домах. Кроме того, в зоне отключения оказались также средние школы, детский сад и социально-реабилитационный центр.
Между тем, профильные службы пока не дают никаких обещаний по поводу того, как они смогут устранить коронавирусную аварию. Переселение длиною в 16 лет. Жители одного из аварийных домов в заводском районе Саратова не могут получить новые квартиры. Это несмотря на то, что их двухэтажку признали непригодной для жилья еще в далеком 98 году. Сейчас в здании рушатся стены, потекает крыша, а в квартирах проваливаются полы. Кроме того, по словам жильцов, ночью они ощущают вибрацию, боятся, что это медленно разрушается несущая конструкция. Стены вот, вот так вот. Трясанешь, я говорю, мы вроде решетки ставим. А вот кому надо, если прийти обворовать, вот так ногой стукнут и вылетит стена. А двери закрываем, как положено. Еще в прошлом году жители дома обратились в суд с требованием предоставить им новые квартиры. Однако процесс по делу превратился в настоящую эпопею. Чем закончилась скандальная история, смотрите в наших ближайших выпусках новостей. Новый Саратов. Депутаты Госдумы, местные власти и общественники презентовали концепцию развития городского пространства. Из областного центра собираются сделать нечто сказочно невероятное, что привлечет в наш город миллионы туристов. Таковы прогнозы инициаторов проекта. Такая кардинальная единовременная перестройка города задумана впервые. Насколько реальны амбициозные планы на бумаге, выяснял Денис Титаренко. Хотя и сделан пока из бумаги, но уже собрал вокруг себя массу мнений, как за, так и против. Концепция развития городского пространства Саратова вызвала неподдельный интерес и спровоцировала бурное обсуждение. Чтобы внести конкретику, представители власти рассказывают жителям города, как планируют изменить облик набережной, обновить проспект Кирова и возвести с нуля огромный семейный парк отдыха, как сделать старинный купеческий город более современным, сохранив при этом его историю, представили сотрудники Московского института «Стрелка». Эти молодые ребята, они приехали в Саратов, они провели здесь социологические опросы, они пообщались с очень разными возрастными группами, у них была своя разработка, особенная анкета, на которую, возможно, кто-то из присутствующих в зале тоже отвечал. Им было интересно понять, чем мы живем, чем дышим, что для нас ценно, что для нас значимо, что мы хотели бы увидеть в развитии города. А менять Саратов, по версии московских архитекторов, нужно серьезно. И начинать стоит с самых узнаваемых мест. Например, набережной Волги, куда обязательно нужно вернуть судоходство. Предлагается реанимировать это здание речного вокзала, позволить, в конце концов, причаливаться к берегу Саратова большому количеству круизных судов. Кроме того, здесь еще одна идея срабатывает, это фактически идея, она будет работать в летний период, транзита, удобного транзита от нового аэропорта фактически в центр города по Волге, по реке. Очень небольшое расстояние и очень красиво можно эту дорогу проделать. Любоваться не только волжской природой, но и купеческой архитектурой. Авторы проекта предлагают вернуть проспект Кирова, когда-то перекрытые сквозные дворы. Они соединят Саратовский Арбат с соседними улицами Яблочкова и Дзержинского. Но самым грандиозным проектом станет семейный парк, который должны построить в Ленинском районе. Там будут и бассейн, и ферма с верблюдами, и площадка для исторических реконструкций. А еще пара десятков уникальных сооружений, не имеющих аналогов в России. Проект абсолютно саратовский. Его нельзя взять и перенести ни в один другой город. Он там не приживется, и он просто не сможет быть там реализован, потому что он не будет настолько национальным и местным для жителей этого другого города. Это большой подарок всем нам, саратовцам, от нашего земляка Вячеслава Викторовича Володина, который поддержал такую инициативу и, собственно, обратился к институту «Стрелка» с просьбой подумать и разработать проект. Поэтому по его инициативе, под его патронатом этот проект появился. И, конечно, для нас это большой шаг вперед. Один из главных вопросов, который остался у саратовцев после презентации, каким образом будет финансироваться эта глобальная стройка. Ведь бюджет Саратова сегодня весьма скудный. По словам руководителей города, этот вопрос пока до конца не решен. Планируется, что большая часть денег поступит из федерального центра, а все остальное из местной казны. Денис Титаренко, Влада Черняева, Роман Шильдяев, Саратов 24. Так как же будет выглядеть Саратов через несколько лет после масштабной перестройки? И к чему приведут такие глобальные перемены? Ответы в специальном репортаже, который вы увидите в наших выпусках новостей. Саратовские студенты научатся преодолевать страх. В спорткомплексе и юридической академии на 5-й дачной сегодня открыли воздушный городок. Спортивная площадка для занятия фриропом.
Это экстремальный вид спорта, подразумевающий прохождение полосы из препятствий, подвешенных на веревках. Как студенты зависали в воздухе, увидела эффективность. Выстрелом из пушки дают старт новому проекту. Теперь в Саратове каждый желающий сможет освоить новый молодежный вид спорта – фрироуп. Иван Мельников, студент второго курса, с легкостью преодолевает сложную воздушную трассу. Все ее элементы находятся в 2 метрах над землей. Без особой подготовки весь маршрут не пройти. Сложность в том, что нужно суметь удержаться на всех в прямом смысле парящих препятствиях. Поэтому безопасности здесь уделяется особое внимание. Спортсмены используют альпинистское снаряжение, стальные тросы и карабины. Непростой спорт развивает не только ловкость, но и выносливость. Хорошее начало для того, чтобы также укрепить свое здоровье. Я надеюсь, что также многие ребята из нашей академии начнут заниматься данным видом спорта, ведь это укрепляет не только здоровье, но и дух человека и убирает какие-то страхи. Страх высоты, хочется перебороть его и уже, несмотря на это, проходить любые дистанции с любой высотой. Бороться со своим страхом на территории воздушного городка в первую очередь будут студенты. Рядом как раз корпус Саратовской юридической академии. Такой экстремальный спортивный настрой. Строй молодежи представители власти только поддерживают. Вот и студенты сегодня, так и все приволжские вузы. У нас очень активно проводится работа, но сегодня мы будем поговорить именно о перспективе, чтобы приобщение как можно больше и населения, и студентов своих спорта. Впрочем, руководство вуза обещает сделать спортивную площадку доступной для всех, кто решится испытать свои силы. Всем новичкам преодолеть воздушную трассу помогут профессиональные тренеры. Екатерина Рысева, Наталья Попова, Александр Бочков, Саратов, 24. Участникам массовых заездов в Лыжни России не хватило шапочек с официальной символикой мероприятия. Людей в базарный Карбулак приехало в эти выходные гораздо больше, чем ожидали организаторы. На лыжах встали 15 тысяч человек. И еще несколько тысяч записались в ряды болельщиков. То есть на уведение этого года возможность сфотографироваться с живой козой, а также увеличенная ровно на 1 метр дистанция для участников ВИП-заезда. Впечатлениями делится Мария Смирнова. Еще до начала лыжных стартов прокладывают свою тропу в лес. Участники и гости гонки. Кто не в силах выстоять очередь, сбил туалеты. В этом году не просто мало. В прошлом году тоже было 3 кабинки. Да. Тоже было 3 кабинки. Все в прошлом году их было на каждой стоянке по 6 штук. То есть их было количество большое. И народ довольно быстро освобождался и бежал на дистанцию. Оказалось, просчитали все в количестве гоночных атрибутов. Региональный этап Лыжни России бьет рекорды. В числе участников – гостей. В 11-й раз на базарах Арбулакской земле рассчитывали всегда средние 9-10 тысяч человек. Да? Сегодня организаторов не хватило тех прелестей, которые должны быть. Ни шапочек, ни номеров, ничего. Потому что приехало в разы больше людей. В разы это где-то на 5 тысяч больше. Кому не хватило брендированных шапочек, зря они зашли в чувашское подворье. Но и шапки на холодильнике принимают обувь своих бабушек. Опять же начали вязать крестиком. Вязать вот такие замечательные вещи. Вязать и для себя, и для своих детей, и для продажи. Зато в избытке бесплатный чай, но исключительно для участников гонки. Другим табу, вот эти спортсмены перед дистанцией, не-не. Масса! Внимание! По традиции, первые ВИП-бегуны – чиновники, общественники и руководители силовых ведомств. В этом году дистанция для них стала длиннее на метр. В общей сложности – 2015. Пока одни пытаются отдышаться, другие стартуют. На Лыжне России конвейером не запускают. Награждают их призеров, журналистов и просто жителей. Некоторых уже не в первый раз. У меня 2 хлебопечки, в прошлом году хлебопечка, в этом тоже мы решили открыть производство, в общем-то, поставить на поток выпечку. В условиях кризиса это просто отличный подарок. Впрочем, не все приехали за подарками, кто-то за адреналином и новыми эмоциями. Я лично первый раз, я вообще считаю, я не спортивный человек, просто вот люблю, когда вокруг меня занимается спорт. Мне 63 года, тем не менее, проснулся нормально.
Дыхание ровное, хорошее. Едва успели стартовать, как уже настал финиш. Лыжные забеги прошли меньше, чем за час. Чтобы как-то продлить праздник, участники и гости гонки привыкают к русским танцорам. Все-таки не зря ехали из Саратова более 100 километров. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Это были главные новости к этому часу. До встречи.